кадре природа, спорт и, конечно же, люди. Сегодня в селе Стан-Бехтемир, всего в нескольких километрах от Бийска, начал свою работу уже 6-й по счету масштабный фестиваль спортивных и туристских фильмов «Алтайский край. Место силы». Уже через час там начнется показ фильмов, допущенных к просмотру. Добавим, что в этом году порядка 100 авторов прислали свои работы на единственный в нашем регионе кинофорум. Просмотр с 8 часов вечера. Впервые в номинации ретро поступило 10 работ. Очень интересные работы, которые 67-го года и даже 65-го, по-моему, из Бийска представили первые справы на байдарках по Катуни. Так что есть что посмотреть. Номинация ретро – это новинка фестиваля. И сразу 8 претендентов на победу. Также впервые проводится конкурс детских фильмов и фильмов о детях. Всего в этом году на суд жюри поступило более 80 любительских и профессиональных работ, посвященных природе и спорту, общей продолжительностью 18 часов. После предварительного просмотра к показу допущены 64 фильма. Приготовили организаторы фестиваля подарок и для самих участников. Фильм «Счастливые люди Алтай» Дмитрия Васюкова. Находясь в данный момент на Чукотке, автор и режиссер поручил право презентации известному алтайскому путешественнику Александру Провоаторову. Вообще, география участников с каждым годом становится все шире. Свои фильмы на фестиваль прислали авторы из Чехии, Казахстана, Москвы, Урала, Сибири и даже с острова Шпицберген. Официально фестиваль откроется завтра, и его позывные «Встал и пошел» прозвучат уже в 6-й раз. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел.